Привет, друзья! Вы на канале Принцессы Миланы. Сегодня мы распаковываем посылки. Давайте же начнем! А это вот такой белый и очень мягкий шар. Тут что-то написано китайским шрифтом. Напишите в комментарии, кто умеет читать китайский шрифт. Вот я вам сейчас покажу все, что тут написано. Сейчас. А вы напишите в комментариях, что тут написано. Кто умеет переводить, кто не умеет, не надо. Очень прикольный шарф, он белый. Длина этого шарфа 35 сантиметров. Шарф Хомут. Очень прикольный шарф Хомут. Давайте посмотрим еще одну посылку. Какой бы стороны открыть, она интересная. Сверху открыть. Это такие щипцы зеленого цвета, чтобы доставать бутылочки из кипятка. Их же надо все-таки как-то мыть. Я вам сейчас покажу. Очень крепко держит. Длинные, не короткие. И рукам будет не горячо. Давайте же эту бутылку все-таки отпустим на свободу. Щипцы уберем. И, кстати, в этом пакете китайцы прислали подарок, который мы не заказывали. Это не ошибка. Это вот такое сердечко Love с розой. Браслет на руку. Сейчас тут, вот тут есть какой-то, вот такая штука какая-то. Наверное, это вот так и делать. Я так подумала. И я одеваю браслет. Очень вас. Жалко. Или там надо завязать, ну я просто делала штуку и решила так. Конечно, браслет небольшой. Давайте попробуем, насколько... Он даже так не одевается. Очень большой, конечно, браслет. Я думаю, что моей маме этот браслет будет как раз. Он очень красивый. Вот тут коричневого цвета, а вот эта нитка красного цвета. Очень красивый и классный браслет. Маме, надеюсь, понравится. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ты увидишь много интересных распаковок. Всем пока!